Согласна. Бум! Кладу на жертвенный алтарь то, чего совсем не жаль. Сработало! Кажется, я нашла подход к этой железяке. Штопор, конечно, огромный, но... думаю, я найду ему применение. А я всегда говорила, штопор – вещь незаменимая. Чуть не упала. Страшно, конечно. А что делать? Надо лезть. Только у нас незабываемое представление слонов-олимпийцев из малазийского зоопарка. Коронный номер! Гиппопотам Гриша ходит по канату. Зрелище не для слабонервных. Кому я это все говорю? Никого ж нет. Ай, выступают акробаты-приматы Сеня и Веня! У-ху-ху! Как мне это все надоело! А теперь антракт! Клоун-шизофреник! Хорошенькое дело! Теперь я, значит, в цирк угодила. Ты че там разорался? Внимание! Внимание! У нас в представлении появился новый номер! Смелая девочка-шиза ходит по канату! Не поняла, откуда это он меня знает? Ну, чё встал-то? Иди сюда, не задерживай представление! Слушай, ты где ходишь? Уже второе отделение прошло! Давай залазь на канат! Надо отрепетировать твой выход! Гражданин, объясните, пожалуйста, в чем, собственно, дело? Я ничего не понимаю. Она ничего не понимает, господа. Давайте вместе посмеемся над этой замечательной шуткой. Ты что, решила сорвать представление? Поздравляю! Теперь меня уволят. Довольно? Так, или вы объясните мне, в чем дело, или я ухожу. Минутку. Прошу не расходиться. Представление скоро начнется. Ну чего тут непонятного? Ты же собаку ищешь. Ну, типа да. Господа! Она согласна! Она согласна, господа! Все очень просто. Пройтись по жердочке и все. Только смотри, смотри, не упади, иначе... иначе я не смогу тебе помочь. Тебе все ясно? Мне ничего не ясно, но я попробую. Вы угораздили, а? Первый раз в цирке и сразу в роли акробата. Ладно, посмотрим, что из этого получится. Были бы у меня барабанные палочки, я бы тут такой шум подняла! Звезды бы с неба посыпались! Не затягивай представление! Господи, да что ж ты жила-то из меня тянешь?